Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с описанием этих работ. Полифем и Акцис. Фреска на потолке работы Аннибали и Людовика Караччи. Около 1608 года находится в Риме, в палаце Варнеда. Акцис и Галатея – мифологический сюжет, разработанный в метаморфозах Овидия. История любви Акциса и нимфы Галатеи. Галатея, дочь Нереи и Дариды, была морской нимфой, упоминающейся еще в сочинении Гомера и Гесиода. Овидий в своих метаморфозах представляет ее как возлюбленную Акциса, сына Фавна, Кинояды, дочери реки Симметто. Когда ревнивый соперник Акциса, сицилийский циклоп Полифем, убил его камнем, Галатея обратила кровь возлюбленного в сицилийскую реку Акци, духом которой он стал. История этих мифологических персонажей стала предметом для многих произведений, стихов, опер, картин и скульптур. Полифем и Галатея изображают сцены, когда ревнивый циклоп Полифем с яростью бросает камень в Акциса, возлюбленного морской нимфы Галатеи, в которую он тоже влюблен. Инцидент заканчивается смертью Акциса, убитого ревностью Полифема. Ну вот такое описание к работе «Полифем и Акцис», работа Аннибали и Людовика Караччи, около 1608 года, описание из интернета. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.